Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vivo Y52 можно очистить историю поиска. Делать мы это будем в браузере Google Chrome. Нажимаем вот сюда, далее нажимаем «История». Странно, что у меня по-английски, ну да ладно, нажимаем. Можем удалить какую-то одну вкладку, если нам не нравится, нажимаем на крестик. Либо же нажимаем «Удалить», точнее «Очистить историю», давайте зайдем в «Основные». Здесь выбираем, что будем очищать. Историю, файлы, куки, данные сайтов или же изображения и другие файлы, хранящиеся в кэше. Также выбираем временной промежуток, последний час, сутки, 7 дней, 4 недели, либо же за все время. И нажимаем очистить, да, очистить историю. Как вы видите, теперь наша история абсолютно чиста. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!